ПЦР-тестирование в Ненецком округе стало доступнее. По поручению главы региона были закуплены новые экспресс-тесты на коронавирус. Стоимость на услугу значительно снизилась. Каждый житель региона может записаться на ПЦР-тестирование во взрослую поликлинику или окружную больницу. Юлия Казначеева продолжит тему. 2 февраля в Ненецком округе начали проводить ПЦР-исследования с помощью новых экспресс-тестов. Прием анализов специально разделен на два периода, чтобы избежать загруженности поликлиники и снизить риск заражения пациентов коронавирусной инфекцией. Одной из первых сдать ПЦР-тест удалось Елизавете Жахеевой. Трудностей никаких не было. Записывалась я вчера в кабинете касса. Меня записали в первую очередь. Новые тесты были закуплены по поручению губернатора Ненецкого автономного округа, чтобы снизить цену именно на услугу, которая предоставляется лицам, возвращающимся в округ. Сегодня стоимость анализа равна 1500. Для того, чтобы сняться с изоляции этого теста, достаточно. Для того, чтобы иметь первичное представление о том, есть заболевание или нет, его достаточно. Но для того, чтобы госпитализироваться, нужен рутинный тест ПЦР. Он выполняется, если госпитализацию по показаниям в медицинской организации, бесплатно для пациента за счет средств либо ОМС, либо иного источника. Напомним, что ПЦР-тест не нужно делать тем, кто переболел новой коронавирусной инфекцией и имеет на руках справку о наличии антител, а также тем, кто прошел вакцинацию. Юлия Казначеева, Антон Выдряков, Леонид Шишелов, телеканал «Север».